всем салам алейкум. Ну, я вам докладывал, когда в Москву выезжал, практически поэтапно, как двигалась наша ситуация по гранту президента Российской Федерации. И когда еще, как будучи доверенным лицом Владимира Владимировича, я обращался с письмом. Но я думаю, что самый судьбоносный импульс обозначить эту проблему, эту просьбу, этот этап, судьбоносный этап ансамбля «Лезгинка», это произошло при личной встрече Сергея Алимовича и Владимировича Путина, где он, значит, напомнил о коллективе, сказал о достижении коллектива, и Владимир Владимирович поддержал, хорошо отозвавшись о коллективе, сказав добрые слова, сказал, что он знает этот коллектив. И пошла очень большая работа. Мы все должны понимать, что сейчас в этой ситуации, когда идут санкции, когда, в общем-то, мы попали в экономическом плане, политическом плане, невероятные такие трудные, турбулентные моменты, при всем при этом построена база нашему коллективу. База, которая практически в России не знает себе аналога. И сейчас мы завозим туда оборудование, и я думаю, что в ближайшем настоящем мы туда переедем. В этой тяжелой ситуации, испытательной для нашей экономики, где нам приходится воевать против укрофашистов, воевать против всей вот этой нечисти, которая под влиянием, под давлением Америки хотят нашу страну просто уничтожить, чтобы не было русского языка, чтобы не было просто русского народа, частью которой являемся и мы, дагестанцы. И вот при всей этой тяжелой стране ситуации, когда уже с 15-го года был объявлен мораторий на гранты, сегодня, 5 апреля, вчера, подписывается указ, и Лезгинка получает поддержку. Поддержку не одного года. Последующие годы, я не знаю, вряд ли его кто-то будет отменять. Я надеюсь, мы своим творчеством, своей работой, мы докажем, что мы заслуживаем этого гранта. Мы получили вот такой подарок, мы увидели такое внимание, мы увидели такую невероятную поддержку, уважение к заслугам коллектива. И здесь надо сказать огромное спасибо основателям коллектива, Тархоте Лимовичу Израилу, его памяти, который создал этот коллектив, первому составу. Это герои настоящие, которые дали первый концерт и отправились в яркий творческий путь и отправили всех нас, от последующих поколений, созидать, творить и достойно представлять Дагестан и Россию в любой точке планеты. Это наши ветераны сегодняшнего дня, которые любят коллектив, переживают, всегда его поддерживают, всегда его направляют. Но главное, это действующий коллектив, это вы. Ваши выезды в Сирию, наши выезды в Луганскую Народную Республику, выступления в госпиталях и так далее. Это все тоже показывает патриотический настрой коллектива. Один из первых коллективов, который обратился и поддержал специальную военную операцию, поддержал верховного главнокомандующего, лидера государства, президента России Владимира Владимировича Путина, это ансамбль «Лезгинка». И где бы мы ни выступали, мы всегда достойно представляем Дагестан. Рассказывая о нем, значит, языком хореографии, передавая невероятное звучание нашей музыки, многонациональной, глубокой, искренней. И порой, даже чаще, мы это делаем в достаточно непростых условиях. Но
мы знаем, что наша миссия – служить зрителю, нести это высокое, ответственное, яркое и достойное знамя ансамбля «Визгин». От имени от коллектива я хочу сегодня поблагодарить Сергея Алимовича Мелика, главу республики. Как бы мы ни работали ярко, какие бы мы великие руководители не были, без понимания и поддержки главы республики ничего бы не получилось. А когда он понимает, когда он поддерживает, когда он дает квартиры, когда он приходит и вникает, и всегда подстраховывает, опекает коллектив, это, конечно, большое счастье, это большое везение. Хочу поблагодарить нашего сенатора, мецената, образцовый дагестанец, достойнейший, значит, Сулеймана Абусаидовича Керимова, который тоже поддерживает Визгинку, тоже помогал в решении этого вопроса. Хочу поблагодарить Ольгу Борисовну Любимову, министра культуры Российской Федерации, которая провела колоссальную работу. Хочу поблагодарить Зарему Ажуевну, значит, наше министерство культуры, тоже они, значит, подключались, работали, помогали. Еще раз спасибо вам и с победой. 5 апреля – это уже наша яркая, великая история. С победой, Визгинка!